Иисус Христос, Он умер за наши грехи, Он страдал за тебя и меня, дорогой человек. Но в третий день Христос воскрес. Мы будем говорить скоро «воистину воскрес». Тем самым мы подтверждаем, что истина – правда. И тем самым мы говорим, что Христос есть живой и нас, и нам придется с Ним встретиться. И Бог, Он настолько полюбил нас, что Он отдал свою жизнь за каждого из нас. Святой, праведный, умер за грешников. И Он пролил кровь. Но в третий день Христос воскрес. Он сегодня призывает своей любовью покаяться, обратиться. Примиритесь с Богом. Читайте Евангелие. Молитесь с Богом. Молитесь за стройные силы Украины. Молитесь за тех, которым сейчас намного тяжелее, чем вам, чем нам. И когда вы просыпаетесь, не забудьте поблагодарить Бога за то, что Бог продлевает вашу жизнь. Очень многие хотели бы проснуться на вашем месте, но они больше уже не проснутся, они предстоят перед Богом. Читайте. Кто желает, мы дарим бесплатно Евангелие, детские Библии. Кто желает, может взять. Храни вас Бог.